Эй, не хочу тебя прерывать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Всем добро пожаловать, с вами Терминатор Топгеймер Мира. Мы с вами начинаем проходить игру Звездные Войны, Павший Орден Джедаев, где мы играем за паренька по имени Кэл. Кстати, оценки от критиков на эту игру, кстати, высокие. Но критиков никто не слушает, потому что они дурачки. Погнали. Все мы слышали наше задание. Ой-ой-ой-ой-ой. Так ищи подработку, а то если сидеть здесь и ждать зарплату... Я, блин, упал куда-то. Конечно, там опасно. Это монтаж. Теперь мне надо подняться, черт возьми. Где путь-то наверх? О! С профессионалами такое бывает, они иногда падают. Но они поднимаются. Мы должны бежать за моим другом. Извини, Кэл! Не волнуйся! Я не знаю, как его зовут. Это... Даже не знаю, из какой расы этот мужик. Эти инструменты наверху. Не доживут и до конца смены. Ну, а ты всегда так говоришь. После тебя. Спасибо. А то ты, блин, все ломаешь вон на моем пути. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Ну, собственно говоря, пока мне игра нравится, графа тоже отличная. Ну, правда, у меня все на эпичных стоит, поэтому грех мне жаловаться. Неужели что-то годное во вселенной Звездных Войнов? Я давно не видел. Хотя Battlefront я не играл. Осторожно! Какого? Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестнице конец. Да что ты все ломаешь? Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Что этот мужик все ломает? Я не понимаю, почему? Он уже пролез, а мне надо искать какой-то обходной путь. Хер пойми, где он находится. А, он вот здесь находится. Ой-ой-ой, о, нихера я чемпион, я аж телепортироваться умею. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Какой мусор? Нелегальный, но мусор же. Ты сам мусор, я сейчас тебя толкну отсюда, иди нахер. Падай, почему я драться не могу? Я же вроде как бы дратист. Нелегальный мусор. Тарзан! Чики-бом! По-русски, пожалуйста, я не знаю ваш язык. Полегче! Просто прохожу мимо! Прохожу мимо и писаю тебе в рот. Я допрыгну до туда вообще, смогу я? Отлично. Кто это говорит вообще? О, дроиды, это... Подожди, еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем! О, здорово, мужик. Здорово, мужик. Кстати, я забыл, как эта раса называется. В какой-то игре даже можно за него поиграть. А, вот сюда мне. Даже выделено красным цветом. Прикаляйте. Ой-ой-ой, не падай только.
Рискуешь, Кэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. А ты кто вообще? По жизни. Аккуратно. Мы не падаем. Хорошо то, что у меня худой персонаж. Может протиснуться в любую дырочку. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Аплодисментов не надо. Ой. Я не допрыгнул, я нубас. Отлично, теперь я допрыгнул. С первой же попытки не сделать, рукожоп, потому что я. Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. Это опять ты виноват, что я упал. Ты все ломаешь только, ломашка. О, ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикиньте, меня бы сейчас раздавило. Но меня не раздавит, потому что я Человек-паук. Человек, но паук. Без него мы как без рук. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? А? Все, нет вопросов, лысая, иди отсюда. Подождите, разгончик. О! Видали нахер мощь? Все-таки профессиональные воины и профессиональные джедаи здесь реально решают. Отлично. Это просто супер-пупер. Туда вниз мне надо, да? Ух ты. Смотри, корабельный резак. Вот это да. Эй, нам нужно идти. Ага. Валите, голуби, отсюда. Главное, говорят, нам нужно идти, и стоят, смотрят. Получается, вам никуда не нужно. Ой, это я сдаю норматив в школе. Лазанью по канату. Скорей, закончим, пока они не начали резать крыло. Ахтене, пошла нахер. Один на одном языке говорит, вторая на другом. Внизу. Это опять ты. Какой рычаг? Рычаг, чак-чак. О, ух ты, прикаляете мощь. А вот этот рычаг, наверное, надо дернуть, да? Отлично, дергаем. Готово. Теперь ты. Секунду. О, наконец-то ты хоть что-то не сломал. Заход зафиксирован. О. Ты как там? Я здесь. Напугал ты меня, парень. Конечно, ты все ломаешь. Я потом расхлебываю. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри. Истребитель джедаев. Просто клад. Настоящее сокровище. Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы.
Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ух ты, американские горки. О, мой братан там все ломает, давай впереди. Брауф, ты живой? Кэл, не могу забраться. Брауф, держись. Я соскальзываю. Нет, не отпускай. Не удержаться! Проф! Нет! Мой друг сдох, походу, упал, да? Проф, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука едва летит. Держись! Прав, ты цел? Да. Да. Ну, так. Так. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я ж видел, я ж своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя ж награда. Я знаю, я знаю. Так, что ж, будем осторожней. Да.